Холодная война закончилась, Берлинская стена скоро падет. Именно с этих слов начинается новое творение Дэвида Линча. Взрывная блондинка – это экшен. Экшен, экшен и еще раз экшен. Фильм об американской, английской, французской, немецкой и русской разведках, основанный на оригинальных американских комиксах. Повсюду неоновые вывески, клубы, банки, музыка и события помогают зрителю окунуться в Берлин 1989 года. Фильм наполнен деталями. Особо наблюдательные зрители смогут заметить даже тетрис в одной из сцен. Что же касается актерского состава, то он действительно взрывной. Шарлиз Терон, Джеймс Маковой, Джон Гудман и непревзойденный Тиль Швайгер. Финал, конечно, может показаться немного непонятным и смазанным, но он никак не повлияет на общее впечатление о фильме. «Взрывная блондинка» — это фильм, о котором не хочется говорить. Это фильм, который нужно смотреть. Всем советую. Всего вам шпионского. Не взрывайтесь. I'm not saying.